С начала февраля каждый день жители Твери и Калининского района перевозят новые автобусы «Транспорт Верхневолжья». Горожане привыкли видеть за рулем преимущественно мужчин, однако в этой профессии работают и женщины. А в преддверии 8 марта наш корреспондент пообщалась с теми, кто выбрал такую, на первый взгляд, мужскую профессию. Неженскую специальность выбрала Тамара Мандзюк. Это была ее мечта, других вариантов работы она не рассматривала. Начинала водителем троллейбуса, где отработала 10 лет. Затем перешла на автобусы по новой модели пассажирских перевозок, освоила вождение автобуса. А общий водительский стаж ее составляет 27 лет. Как рассказывает сама Тамара, не считает, что можно делить профессии на мужские и женские. Ну, в принципе, я не могу сказать, что есть где-то женские профессии конкретные, и есть где-то мужские профессии. Тот же повар, он, например, тоже есть и женщин, и мужчин. Кондитер то же самое. Но и так же, как водитель. Водитель есть женщина, а есть мужчины. Сейчас Тамара работает на 211-м маршруте Мигалова-Дача и признается, что с мужчинами работать намного проще. Очень хорошо с мальчиками работается. Они нас поддерживают, помогают, подсказывают. Татьяна Филимонова пробовала себя и в другой сфере деятельности, работала главным бухгалтером. Однако, по словам Татьяны, через 2 года поняла, что это не ее призвание, и отучилась на водителя троллейбуса. Сейчас стаж ее работы насчитывает 15 лет. Здесь постоянно все новое, каждый день какие-то перемены. Каждый день не проходит как один. Это каждый день все разное. У меня династия вообще. У меня отец водитель троллейбуса, мама 45 лет проводитель трамвая. Поэтому у нас профессиональная династия. Для всех водителей, вне зависимости от пола, день начинается с медицинского осмотра. Потом надо пройти в диспетчерскую. Здесь водители предъявляют удостоверение, диспетчер сверяет с данными, распечатывает и выдает водителю путевой лист. В нем вся информация для работы в течение смены. Расписаны маршруты, остановки, уточнена дорожная обстановка. Вместе с путевым листом водитель получает паспорт на автобус. Водительское удостоверение мы проверяем. Инструктаж проходит они у нас. Правила, как себя правильно вести на дорогах, соблюдать маршруты. Мы выдаем им путевой лист, подаем все документы, проверяем содержимое документов. После следует подготовка автобуса к рейсу, проверка машины, заправка. Далее получить все оставшиеся разрешения. И тогда можно отправляться на дороги Твери и Калининского района, где уже с нетерпением своего маршрута ждут пассажиры.